Лес в начале июля в Альметьевском районе выглядит прозрачным. Не заметить это не могли жители, которые выезжают сейчас в сезон за ягодами и травами. Сегодня ездили за ягодами и ужаснулись. В прошлом году деревья были красивыми, полны листьев, а в этом гусеницы все сожрали. Леса Акташского, Поташно-Полянского участковых лесничеств объедены. Это и березы, и липы, и дубы. Похоже, до руководства района дойдет, когда гусеницы в городе сожрут всю листву. Вчера были в лесу станции Кульшарипова, и этих гусениц там миллионы. Они съедают огромные деревья, такой шум стоит, они огромные и везде. Заполонили все, на голову прям падают. Это не парный шелкопряд. Таких гусениц здесь много. В период активного размножения они поедают листья на деревьях. Любят сухую, жаркую погоду. Поэтому сейчас в активной фазе кажется, что лес прозрачный, потому что они съели большую часть листьев на деревьях. Но, по словам лесничих, смертельную опасность для леса они не несут. Эти насекомые поедают до 300 видов лиственных растений, но даже после полного обгладывания деревья восстанавливаются. В прошлом году была слабая степень поражения, и альметьевское лесничество обработало более 200 гектаров ручным способом – нефтеванием. В этом году, значит, будут опять закладываться пробные площади, проверять будем на эти закладки. По этим пробным площадям Рослесзащиты, Центр защиты леса будет производиться учет, обоснование. И при необходимости уже будут закладываться деньги на будущий год для опрыскивания. По словам руководителя альметьевского лесничества, проблема возникла из-за миграции непарного шелкопряда из соседних районов. На сегодняшний день проводится все необходимое для борьбы с вредителями. Санобработка для других насекомых и животных угрозы не несет. Маргарита Трегубенко, Антон Николаев, Новости Юго-Востока.